12 дорожно-транспортных происшествий в Югре за последние 3 дня. 5 человек погибли, 11 получили травмы. Только в Сургуте ДТП стало причиной смерти 4 человек. Это пассажиры и пешеход. Очевидцами одного стала наша съемочная группа сегодня утром. На пешеходном переходе в центре города автомобиль сбил 2 женщин. Удар оказался таким сильным, что передняя часть машины полностью повреждена. Пострадавшие в больнице. На дороге кровь и обувь женщин. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Наезд на пожилых пешеходов случился накануне вечером в одном из дачных кооперативов. Страшная авария произошла ночью с субботы на воскресенье. 25-летний водитель на «Лексусе» двигался с огромной скоростью по городу. Заметив выезжающий автомобиль, изменил направление, наехал на опору уличного освещения и перевернулся. В результате сам водитель получил травмы, а 3 его пассажиров погибли на месте. Кстати, за последние 3 дня сотрудники госавтоинспекции задержали 53 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения. 76 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.